Москве начался процесс формирования нового состава Общественной палаты, важного органа, работающего по самым актуальным, злободневным общественным проблемам. В соответствии с законом Республики Тыва, Общественная палата формируется из 24 членов, кандидатуры которых выдвигаются некоммерческими организациями. Однако организация вправе предложить одного кандидата из числа граждан, которые имеют место жительства на территории Республики Тыва, достигшими совершеннолетия. Наряду с общественными организациями и политическими партиями закон дает право главе региона представить определенное количество своих кандидатов. Шалбан Караул уже встретился с претендентами. В общественной политической библиотеке Союза журналистов Тувы прошла встреча с фотографом и начинающим режиссером документального кино Натальей Харламовой. Она прошла в рамках цикла занятий по проекту «Мобильная школа толерантности» и носила неформальный характер. Оттого и беседа получилась очень теплой и отчасти даже о чем-то личном. Встречу открыла руководитель проекта Надежда Антуфьева знакомством с гостьей. Наталья Харламова – выпускница журфака МГУ, ученица известного фотомастера Александра Лапина, а в настоящее время студентка школы документального кино и театра Марины Разбежкиной. С тем, кто пришел, Наталья делилась историями из жизни, которые стали знаковыми в ее творческом пути. Как впервые взяла в руки фотоаппарат, почему поступила на журфак, давала профессиональные советы. Ведь в какой-то степени эта встреча была организована Союзом журналистов для обмена опытом коллег. Уникальность фотографии в том, что это сотворчество художника и природы. Это всегда игра на двоих. Это тоже для меня вот очень важно, потому что я в какой-то момент осознала, что то, чем я занимаюсь, это, в общем-то, сотрудничество с жизнью. Все пришедшие на встречу смогли посмотреть работы Натальи. Отдельное место в ее творчестве занимают съемки детей с аутизмом. По признанию фотографа, однажды для себя она поняла, что ей стыдно просто так снимать этих людей. Захотела, чтобы ее работа приносила пользу. Так и появились несколько кинопроектов. Ты живешь вроде как в реальности, думаешь, что в реальности. Есть какие-то у тебя определенные планы, да? Вот у меня была абсолютно другая профессия. Кто же знал, что я буду ползать на коленках, да, там, кидать кубики, да, до такой степени этому так радоваться, веселиться, когда ребенок произносит звук «К». В Туве Наталья оказалась неспроста. Здесь снимает дипломную работу о жизни на Чебанской стоянке. В республике не впервой, по словам фотографа, каждый раз она не знала, чем закончится поездка. Я приехала в этот раз в Туву, в принципе, как и в прошлые разы, это четвертый мой раз в Туве. Я приехала абсолютно без понимания, где я буду, что я здесь буду делать, где я буду. И всякий раз приезд сюда... Да и, в общем-то, любой проект, который я начинаю, это как прыжок в пропасть, когда ты не знаешь, чем это все закончится. Изначально героем фильма Натальи должен был стать ее друг, опытный табунщик дядя Мадар, у которого она жила каждый раз, как приезжала в республику. Но, к сожалению, мужчина умер. Героиней фильма выступит его дочь. Так что в скором времени, как говорит Наталья, появится правдивая картина о жизни в Туве через судьбу одного человека. В республике стартовал первый этап ежегодного всероссийского конкурса «Народный участковый». С 11 по 20 сентября жители Тувы выбирают лучшего участкового. Любой желающий может выбрать того сотрудника, который, на его взгляд, наиболее полно отвечает званию участкового уполномоченного полиции, и проголосовать за него. Конкурс традиционно пройдет в три этапа. Первый этап проводится в каждом регионе на районном уровне. Также в число обязательных условий конкурса входит трехлетний стаж работы участковым. Сегодня в Республике Тыва несут службу 125 участковых уполномоченных полиции. Стоит отметить, что участковые республики вынуждены преодолевать большие расстояния, так как местные жители чаще живут на чебанских стоянках. Как у вас семейные дела? С женой не ругаетесь? Как дети? Нормально. Когда на работу устроитесь? По итогам первого этапа определятся лучшие участковые уполномоченные в районах республики. На втором этапе жителям Тувы предстоит выбрать лучшего народного участкового Республики Тыва, который представит регион на федеральном этапе конкурса. Участковый – это полицейский, чья задача постоянно быть рядом с гражданами. И именно граждане могут беспристрастно оценить работу сотрудников. Каждый житель республики может проголосовать за своего участкового. Проголосовать за своего участкового очень просто. Необходимо зайти на официальный сайт МВД по Республике Тыва, выбрать анкету участкового, которого вы считаете лучшим, и отдать свой голос.
Жители Тувы оплатили покупки картами МИР в прошлом месяце на 21 миллион рублей. С 1 июля этого года все банкоматы и платежные терминалы России начали принимать карты МИР. Кроме того, с начала июля практически все работники бюджетной сферы и пенсионеры начали приходить на карты национальной платежной системы. С их переходом в Туве возросло число транзакций с использованием данных карт. Если в первом полугодии текущего года жители региона рассчитались картами МИР за товары и услуги более 10 тысяч раз, то уже в июле около 20 тысяч раз, а в августе 40 тысяч. Сегодня можно уже констатировать, что количество транзакций растет, причем растет достаточно быстрыми темпами каждый месяц. Вот. Ну, это может однозначно свидетельствовать о том, что карты МИР оказались очень удобным средством для расчетов как для бюджетников, так и для пенсионеров. Ну и еще дополнительным плюсом нашей карты МИР является то, что эти карты принимаются к обслуживанию в любом банкомате и в любой торговой организации, платежных терминалов нашей республики. И о курсах валют. Доллар сегодня стоит 57 рублей 53 копейка, евро 68 рублей 58 копеек. Часто болеете и простужаетесь? Слабый иммунитет? Выход найден. Солевая пещера Ассоль. Морской курорт в двух шагах от дома. Наш адрес: Калинина, 3/3. Магазин «Уютный дом» предлагает эксклюзивный интерьерный багет и лепнину из полиуретана для оформления отделки квартир, коттеджей и офисов. Наличие и под заказ. «Уютный дом», Оюна Крусейды, 54. Большое поступление утеплителей «Изовер» в Кызыле. Официальный партнер – магазин «Ошеан». «Изовер» обеспечивает эффективную защиту от холода и шума, повышает комфорт, экономит теплоэнергию и водостойкая. Московская, 24. В республике Тыва местный житель подозревается в убийстве родного брата. ЧП произошло в Зунхемчикском районе. После доставления в медучреждение 33-летнего жителя села Шими мужчина скончался. Подозреваемым в преступлении оказался родной брат потерпевшего. По версии Следственного комитета, между мужчинами возникла ссора, в ходе которой подозреваемый ножом нанес один удар в область груди потерпевшего, от которого последний скончался. СКР возбудил уголовное дело. Региональные приставы совместно с ГИБДД продолжают ловить водителей и должников на дорогах Кызыла. Так, очередной рейд прошел с применением программного комплекса «Дорожный пристав». Эта программа позволяет в автоматическом режиме на основе технологии распознавания регистрационных знаков автомобиля проверять номера проезжающих транспортных средств в совокупности с данными об их владельцах по базам данных службы судебных приставов. Если обнаруживается, что владелец той или иной машины имеет задолженность, то система сигнализирует об этом звуковым сигналом и выводит данные должника на экран монитора. В этом случае инспекторы ГИБДД останавливают указанный автомобиль, после чего судебные приставы прямо на месте взыскивают с водителя задолженность либо вручают ему требования о явке к приставу-исполнителю, а также могут наложить арест на имущество должника. По итогам совместного рейда, который проходил в пятницу, служба судебных приставов Республики Тыва взыскала с должников-автомобилистов более 60 тысяч рублей. Были подвергнуты описи и аресту 2 автотранспортных средства. И из 300 автомобилистов, которые были проверены, порядка 120 из них были вручены требования судебного пристава. Открытие обновленного Дома культуры стало праздником для всего села Дон Терезин Барнхемчикского района. В торжественном мероприятии приняли участие глава Тувы Шалбан Караул и министр культуры республики Алдар Тамдын. Право перерезать ленточку предоставили двум юным жителям села. Далее глава региона лично осмотрел помещение в Доме культуры. В здании полностью обновили материально-техническую базу, то есть приобретена новая сценическая одежда, звуковая аппаратура, светооборудование и театральное кресло. Кроме того, по проекту Министерства культуры Тувы 10 домов культуры проведен ремонт, установлено ограждение вокруг территории системы электроснабжения, проделаны работы по укладке брусчатки, монтаж видеокамер наружного видеонаблюдения. Ремонтные работы проводила тувинская подрядная организация ООО «Гарантстрой». Завтра в Кызыле ожидается переменная облачность, возможен дождь. Температура воздуха днем плюс 18, плюс 20 градусов. Ночью плюс 5, плюс 10. Ветер 5-7 метров в секунду. Атмосферное давление 703 миллиметра ртутного столба.
По сообщению Гисметео, в предстоящие сутки в Туране ясно без осадков. Температура воздуха утром плюс 8, днем плюс 18. Такая же погода ожидается в Ороддане. На полке Тензыбея также ясно без осадков. Температура утром плюс 8, днем плюс 16. По всей трассе проезд удовлетворительный.